Всем доброе утро. Всегда очень грустно уезжать. Хорошая гостиница нам понравилась. Каринтия. Вот. Такая у них экспозиция из цветов. Но мимоза — это что-то. Тюльпанчики, лобби зона, очень красивая лестница, достаточно много мест. На пианино никто не играл, бар работает круглосуточно. Всегда очень много ребят, администраторов на ресепшене. Лестница очень красивая. Подземная парковка есть. Номера очень хорошие. Так, все очень прилично. Вот здесь три лифта, 6 этажей. И вот грузовой лифт на подземку. Везде у них такие статуэточки. Здесь тоже еще один зал. Ну, в общем, эту гостиницу, в эту гостиницу всегда заселяется Ксения, когда бывает в Питере. И вот Алиночке день рождения в прошлом году. Они уехали здесь, они праздновали. Очень прилично, очень вкусно пахнет. Все, как я люблю. Там еще зона есть. Ну, лестница что-то. В доме красиво сделать такую лестницу распашную. А две стороны. Какой-то эксклюзив-клуб. Ну, здесь, наверное, обслуживают VIP клиентов. Такие всякие разные статуэточки. А я вам покажу, какую я домой купила фигурку льва. Обалденную. В Кронштадте вчера. В общем, расскажу вам все. Приеду, покажу. Наша банда. Сейчас Ксенечка еще спустится. А мы выезжаем в аэропорт. Питер провожает нас снегом. Не знаю, передаст камера. Метет ветер. Все. Мы в аэропорт. Красота. Ну, с час уже и с 7. Старый очень дом, да. Вот так бы я вещала со второго этажа, как Ленин на кованом балконе. Красота. Все, мы в аэропорту. Да мы там подождем вас, мы не будем проходить. Грустно-грустно нам. Люблю я Пулковский аэропорт вообще. Здесь какая-то другая, своя атмосфера. Народу много. Ну все, контроль прошли. Раньше вот здесь за угол заворачиваешь. Были представлены все модели. Ой, Аллы Паруса показывают. Формы Аэрофлота. Экипажа.
пассажир Антошенко, вылетающий компании «Россия», 6033, Москва. Он начинает пахнуть дьюти-фри. Ждут нас самолетики стоят. Сейчас будем смотреть, что осталось в дьюти-фри. Вообще-то это без пошлины торговли. Я думаю, что здесь можно будет духи и все взять. Ой, как я люблю все это. Расческа какая. Сейчас мы там посмотрим все. Вот это бык. Окошко. Олигухи. Боже мой. В этом месте стояли манекены с формой Аэрофлота. А теперь здесь и львы, и какая-то лестница красивая. Винтовая. Что-то здесь будет. Но мы заходим в Duty Free. Раз. У них что-то новенькое. Медвежья лавка вот эта. Ее не было. Смотрите, вот тут. Посмотри. Сейчас мы идем пообедаем вот туда, в гриль-бар Дель Торо. А потом я буду ходить по всем этим магазинчикам. Нас везут без 23. Это значит, у нас еще есть 2 часа. Смотрите, назад в 90-е. Набор Dr. Pepper, Cherry, Zuka, Yuppie, Lovies, Mamba, Nuts, Turbo Fruition. Прикольно. Мой любимый магазин Эрмитаж. Всегда я все это покупаю здесь. Чехол. И еще один у меня есть любимый магазин. Сейчас вам покажу. Серии. Вот он. Здесь тоже все и очень много чего из страз. Украшения. Здесь есть натуральные камни. Просто шикардосно. Куколки. Вот такие браслеты тоже классные. Для вечернего выхода. Ну, а кто-то просто так может носить. С камнями вот есть. Икон очень много. Казанский. Все, мы пошли на посадку. Поменяли нам выход. На 004. Или D04. Футболочки здесь еще вот такие продаются. Прикольное решение на каждой картонке показать дизайн футболки. И кофточек вот. Какие хочешь. Они, наверное, принтуют их где-нибудь тут же, да? А, ну все. Вон джинсовые прикольные. Как шел, так и идет. Мы на этом же летели, Володь. На этом же летели, Ижевск. Ижевск, да? Да. Ну все. Мы полетели домой. Ты что такой? Держи, держи, страдёк.
Захарка, держись! Все, мы в Волгограде. Захара держал, побежала. Все, мы дома. Все, приехал за нами наш. Уже автобус на всю нашу семью. Ну, тот же приехал. Все, мои любимые, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я люблю и рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. До завтра.